Здравствуйте, друзья! Среди многочисленных мулек, грин-карт лотереи, обсуждений, возникающих по поводу грин-карт лотереи, есть такая мулька, что вот бессмысленно участвовать, поскольку вероятность выигрыша практически никакая. Ну вот, может быть, нулевая или близко к нулю. Дальше люди там, некоторые начинают возражать, что это не совсем уж прямо ноль, а это может быть даже целый процент, а может быть даже 0,6%, 0,7%, 0,8%. Вот мы на эту тему поговорим. И почему я решил на эту тему поговорить? Потому что вроде бы она и нулевая. А вот так, когда смотришь статистику по разным странам, сколько народу приезжают по грин-карт лотерее, получается, что из стран бывшего СССР год на год там не одинаково, но вот 23 тысячи, 22, 24, 20 тысяч в год. Слушайте, не так плохо для бывшего СССР. То есть, конечно, по количеству участников, так вроде бы, да, процент небольшой. А 20 тысяч человек — это дивизия, можно сказать, такая полномасштабная. Поэтому не так плохо. Поэтому мы сейчас поговорим немножко вот о деталях этого дела. Устроено так, что ни одна страна не может использовать больше 7%, задействовать больше 7% тех 50 тысяч квот, которые есть на всю лотерею. Поэтому получается так, ни одна страна не может делегировать больше, чем, ну, грубо, там 3500 человек. Там может быть чуть побольше. И в этой стране может быть 2 миллиона населения, а может быть 222 миллиона населения. Но квота максимальная, она все равно остается той же самой. Конечно, когда мы смотрим на страны с 2 миллионами населения, ну вот, скажем, прибалтийские страны, да, там вот Латвия, Литва, Эстония, бывшие, так сказать, когда-то в Советском Союзе, там за год, может, там 200 человек по лотерее приедут, ну, может быть, там 250, 300, то есть они как бы не особо активно и играют. Есть страны, где играются просто, ну, чуть ли там не каждый идет и участвует в этой лотерее. Когда вы посмотрите, от каких стран сколько подают, то на первом месте идет Узбекистан, там чуть ли не 2,5 миллиона, значит, поданных заявок. Там кто-то еще с ним там конкурирует на этом уровне, есть какая-то африканская страна. Но вообще из Африки много стран, там хорошо за миллион. То есть там и Египет, и Гана, и Сьерра-Леоне, и там даже не знаю, какие еще какие-то есть. Вот. То есть в каких-то африканских странах это безумно популярно. Может быть, какие-то есть сервисы, которые подписывают всю страну. Может быть, это липовые заявки, когда они просто там по базам данных всех шарашат, потом продать хотят, мы не знаем. По всей случае, я так точно не знаю. Из бывшего СССР после Узбекистана с 2 миллионами, там с лишним, идет Украина с 1,5 миллионами. И поскольку, как мы с вами знаем, максимальная квота не может быть превышена, и это вот эти вот там 3,5 тысячи человек, то когда вы услышите разговор такой, что вот хуже всего, меньше всего шансов играть от Узбекистана и Украины, то вот это как раз по этой самой причине. То есть не важно, сколько там населения. Да, хотя население Узбекистана и Украины примерно, так сказать, они там где-то в одном диапазоне, где-то близко. Но, допустим, население Российской Федерации втрое больше там. 3,5 раза больше, чем Украины, но при этом участников там где-то 400 там с чем-то тысяч, то есть втрое меньше, чем от Украины, поэтому шансы попасть, так сказать, в заветное количество призеров от Российской Федерации выше, чем, например, от Украины, просто вот в силу вот этого вот, не связано с количеством населения, а связано с тем, сколько народу играет. То есть 450 тысяч играет от России, 1,5 миллиона от Украины, соответственно, ваши шансы вот таким образом, значит, распределяются. Так вот, о квотах и о всех этих делах, значит, все-таки, я возвращаюсь к тому, что уже сказал, 20 тысяч на бывший СССР, это довольно много, и приходится большое количество выигравших заявок приходится на, соответственно, Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию, Узбекистан, Казахстан. Вот там основная масса этих заявок. И
где-то 1500. Ну, скажем, для крохотной Молдавии, ну, в смысле населения небольшого относительно, там даже 1000 или там 1500, это уже очень-очень мощно. Вот. А для, допустим, Украины 3000, да, по сравнению с Молдавией, сами понимаете, как бы вероятность там существенно ниже. Если можете от Молдавии играть, не знаю, может быть, лучше от Молдавии. Но есть место такое на сайте Green Card Лотереи, где идет вся статистика. И я думаю, что, ну, одно дело, вы меня послушали, и я так под впечатлением просмотренного, а другое дело, вы можете проанализировать более детально. Может быть, даже вам захочется узнать, сколько населения в Гане или в Эфиопии, и сколько там заявок подается. Вот, я под видео дам, в описании к видео дам ссылочку, и вы сможете поиграться с этой информацией. А так, в общем и в целом, отвечая тем, кто говорит, что шансы никакие, или шансы вот там 1%, или 0,5%, там еще сколько-то от процента, я хочу сказать, что все-таки 20 тысяч – это 20 тысяч. Вот какой бы маленький ни был шанс, но это, в общем-то, очень-очень много народу на самом деле. Кроме тех, кто там по браку, по работе, по соединению семей, там по одаренности и так далее, и так далее. Есть много других тоже каналов в эмиграции. Но вот, вот неплохо. Вот просто так. Человек пошел, там сыграл где-то, и 20 тысяч человек приехало. Наших соотечественников. В широком смысле, да, отечество, понимаю, так сказать, в границах Советского Союза. А я из Советского Союза, поэтому для меня отечество, оно побольше, чем вот каждая отдельная его часть. Поэтому вот я считаю, что это здорово. Счастливо, друзья, и оставайтесь с нами, подписывайтесь. У нас будет еще много интересного на эту тему. До скорой встречи.